Я давай, давай до этого момента. Я прошел дополнение. Платон, ты на самом деле вовремя пришел, потому что если бы ты пришел раньше, ты бы, ну, я бы сам не догадался, как убить босса. Со звуком. Чего вы мне тут? Ну, не знаю, тут зрители просили игру потише сделать, поэтому она звучит так, как хотели зрители. Вот, ребят, от меня игре с дополнением ниже оценка, чем основной игре, то есть это 7 баллов. Сюжет-то мне понравился, но с DLC проявились еще дополнительные болячки, да, то есть основная проблема первой игры — это запутанные локации. К ним добавился фарм. Тебе надо фармить, если ты хочешь все прокачать. Можно, конечно, не прокачивать, но когда ты получаешь оружие, тебе хочется это сделать, то есть все посмотреть. Ну и третье, минус, который идет, это DLC. То есть в том смысле, что сюжет-то хороший, уровни своеобразные, то есть на любителя все-таки то, что там делать приходится, особенно последний босс. Там тонкость в том, что ты можешь везде найти оружие, и оно тебе не нужно. То есть оружие в основной игре лучше, чем в DLC. Это очень странно, потому что в DLC должно дополнить игру не только сюжетно, но если оно приносит какой-то новый контент в виде оружия, каких-то доспехов, они должны быть лучше, чем были в предыдущей игре, чтобы тебе хотелось приобрести это DLC. Ну, то есть ощущалось, что вот что-то новое дополнили. То есть они улучшили прихвостней. Да, это повлияло. А вот оружие получилось просто для галочки. Вот из-за этого тоже от меня минус. Так что 7 баллов. 1 балл за запутанные локации. 1 балл за то, что нужно фармить, если хочешь все прокачать. То есть, ну, ходить, просто набивать души гоблинов. Я специально этим занялся, чтобы показать этот недостаток. Тоже золото. Я его, правда, очень много набил. И третий недостаток — это бессмысленность этого оружия. Его можно было бы не добавить, и ничего плохого бы из-за этого не случилось. Во всем остальном игра прекрасна, как и раньше. То есть юмор меня все равно задевает. И все отлично в этом отношении. Платон, наоборот, ты вовремя пришел, потому что если ты пришел бы раньше, у меня не было бы ощущения победы, да? То есть я бы победил за счет, конечно, того, что мне подсказали. Приятнее всегда самому догадаться. Пусть лучше посидишь ты там полчаса, час, но догадаешься, как это сделать. Но у меня уже не было идей, потому что я видел, что у меня заканчиваются прихвостни, и я уж не буду спойлерить, как там надо было убивать босса. Мне кажется, это очень банальная вещь. То есть босс, ну, скажем, он такой намек, да, по-разному реагирует на твоих прихвостней. А что делать, если они у тебя закончатся, да? То есть, получается, меня босс убить не мог, но если бы у меня не было прихвостней, я бы не мог его убить. То есть, опять же, я считаю последний босс странный. То есть, так не должно быть, что твой герой никак не может ему навредить. Может быть, это было бы сложно, но должно. Должна быть такая вот... Вдруг бы ты бы пришел на последнюю битву с минимум прихвостней, потому что привык больше в одиночку играть. Это очень своеобразный момент. Но я уж не буду за это понижать балл, потому что не хочется. И так минус 3 балла. Я в основной игре 9 баллов поставил, а это 7, да? То есть, хотя мне DLC понравилось, но оно проявило недостатки игры еще больше. Но в любом случае, разработчикам спасибо за игру.